В Твери перекрыли движение по мосту через Тьмаку на въезде во двор фабрики «Пролетарка». Об этом сообщила администрация города. Проезд и парковку запретили на участке от дома номер 23 на проспекте Калинина, где располагается Тверской институт экологии и права, до въезда во двор «Пролетарки». Ограничение движения связано с работами на мосту, состояние которого признано аварийным. В соответствии с планом проведения работ, проезд по мосту откроют лишь 13 ноября 2020 года.